Ой, телепузики. Я готовлю себе щи свежие. Ну, там, пережарку уже сделала. Сейчас мясо с картошкой варится. И приготовила себе щебекинские вот эти бабочки. И туда остатки кинула. Еще у меня были это спагетти. И угадайте, с чем я ем. Это детство мое. Ну, у меня котлеты пожаренные там. Все, потом покажу. Девки, с песком и с маслом. Я в детстве ела. Ой, такая вкуснятина. Помните раньше? И мой сын тоже был маленький с песком. Девки, это какая вкуснятина. Я 100 лет так не ела. Ну, мы в детстве, я 66-го года. Масло подсолнечное и песочка. Мы так раньше ели. Скажите, пожалуйста, из того, что вы сейчас рассказываете... Я сейчас это, Юлю смотрю. Вы знали, что это купля-продажа, вы знали, что за 2 миллиона, знали, да? Ее мать, дядь Вов, это чтобы тебя обезопасить, чтобы никто не купил, не продал твое имущество. Девки, какая вкуснятина. Ну, то есть она сказала вам, что вы оформляете свой дом на Настю. Да. Пишите, кто так раньше ел. Женой, ой, мама, девки, такая смотрим, вкуснятина. Это бомба. Лучше, чем мужик в постели. Я жрать готовлю. Как отца, как мать, дядя. Мать, я не это, вернее, мать. Неужели у тебя...